Сегодня получить рабочую профессию становится престижно. Молодые специалисты востребованы на рынке труда. В нашем районе подготовкой квалифицированных рабочих кадров занимается Славянский электротехнологический техникум, который успешно завершил очередной учебный год. В год своего 70-летия он подготовил свыше 200 молодых специалистов. Дипломы выпускникам вручали в торжественной и праздничной обстановке. Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни каждого выпускника. Это самый яркий и торжественный момент, которого ребята ждут на протяжении всех лет обучения. Выпуск 2017 года особенный. Студенты получили дипломы о среднем профессиональном образовании в год 70-летия учебного заведения. Со знаменательным событием выпускников поздравил директор Славянского электротехнологического техникума Александр Осмачкин. Я желаю вам успешной трудовой дороги. Она не будет легкой, но она будет для вас простой. Потому что на протяжении всего периода обучения вы получили качественные, хорошие знания, которые позволят вам быть настоящими профессионалами. Но вы будете ими только в том случае, если будете ежедневно самосовершенствоваться. Продолжать работать над собой, продолжать получать новые и новые знания. Гордость любого учебного заведения – его выпускники. Электротехнологический техникум в этом году с отличием окончили трое студентов. Красный диплом молодым профессионалам вручил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что техникум всегда выпускал достойных специалистов. И сегодня наш район приобрел в лице выпускников молодые и умелые рабочие руки. Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы устроились на работу, чтобы вы жили в Славянском районе. Мне приятно, что вот в Славянском районе 4 техникума, 1 университет. Благодаря этому тоже наш город является молодежным. Приятно, когда много молодежи, когда задают вопросы, когда ставят перед нами тоже задачи, а мы стараемся для вас эти задачи решать. Поэтому так держать, успехов, удачи, исполнения желаний и всего вам самого доброго. С праздником! Многие ребята также были награждены грамотами и благодарственными письмами за успехи в учебе, освоении профессии, участии в общественной жизни техникума. В этом году профессию получили 230 студентов. Среди них 186 – квалифицированные рабочие и служащие, 44 человека получили рабочие специальности. В новом учебном году техникум вновь распахнет свои двери для абитуриентов, будущих слесарей, каменщиков, трактористов, поваров, кондитеров. Электротехнологический техникум примет на обучение 385 студентов по 14 специальностям и рабочим профессиям. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».